друзья, приветствую всех. Что-то, короче, Петрович на рыбалочке там туда-сюда выбрался, какой-то размутик поймал такой. По времени не особо долго, конечно, это, но, блин, ведет так себя. Вжухмана, блин, даже вообще не знаю, что это. Так у Петрович уже устал стоять, присел уже, короче. Говорит, ну нафиг. Посидим маленечко, посмотрим, чего кого. Так что так. Сейчас посмотрим, что такое. Ну, уже сдается. Уже сдалось. Ну, резкое такое, просто думаю, дай запишу видосик. Не знаю, что там будет такое. Даже не знаю, на что похоже. Как вот была акула поймана 21 килограмм такая. Или насколько, не помню, 27. Ну, так резко себя вела. Возможно, это тоже какой-нибудь акуленыш маленький, ё-моё. У Петровича клювакнул. Просто джиг-головка здоровая. Короче. И кусок филешки здоровый. Не знаю, вон сейчас все легче. Ё-моё, я-то думал, там уже кит-мутант. Трофейный, блин, а это как это хочешь? Он как, раз. Он уже слабенько, а до этого сначала как дало, я думал, все, размутнут. Шурык, помотал там туда-сюда. Оба-на, Петрович маленько, оп, подклинил, бах, чуть не оторвал эту голову. Ладно, думаем, давай, мотай. Ну, чутка подразмотал и все. И пошло там помаленечку, там уже почти он и не дергается. Все, ушатал Петрович, положил, короче, на лопатки кого-то. Сейчас посмотрим. Сейчас тащишь он по сопротивлению, вообще там как будто веса нет. Ё-моё, ну что-то резовое. Может... Как ее называется? Треска какая-нибудь. А тоже ж такая вроде как бывает под это. Шурык так. Толчками резкими. Но это такое вообще мне понравилось. Я не знаю, если большая такая рыба будет, это... Ухмана. Акуна матата будет, да. Такие делишечки. Сейчас посмотрим. А уже рядышком. Заелозил. Нет, уже все уже. Братишка, сдавайся. Сейчас, Петрович, пойдем-ка, вылезем-ка. Оп. Да, тут рядом уже все, уже толчков нет. А до этого, как сначала, поклевка, конечно, была, это вообще там... Пам-пам, полетело. Поначалу, правда, думал, что все, размот. Без вариантов. А потом шум-шум-шум, маленечко там туда-сюда. Ну, та еще недолго, не знаю, сколько по времени. Ну и по сопротивлению сейчас уже кажется, что небольшая рыба. Просто резкая такая, да. Манек треска. На 41-й банке. Что-то ровчиков как-то мало тут плюсовали. Маловато плюсовали. Ну кто ты там, дорогой такой, хорошенький, а? Резвенький товарищ-то, да. Плавает по дну. Сейчас посмотрим. Посмотрим и удивимся. Акула 20 килограмм. Все может быть, в принципе, что. Не, ну вчера, блин, то ли сколько же у меня было, не помню. Так, ага. Давай. Еще тунечек у меня тут первый раз попался. Сейчас вытащу, покажу. Не забыть бы только, ё-моё. Небольшенький, ну хорошенький тоже такой. До этого еще не попадался мне ни разу нигде, а тут такой. Кстати, и тунец может, в принципе-то. Он тут тоже маленько так жару дал. Ну, внимательно, ты кто там, а?
Акулина. Ну, я так и думаю. Да. Ишь ты какая. Ну-ка, ходи-ка сюда. Акула сельдевая, атлантическая. 44 килограмма. Ну, дала жару, конечно. Ё-моё, я не знаю, на сотку, если... И все там, блин, без остановок явно. Даже смотреть не будет, что ты там ловишь. Так, сельдевая 44-21. Я не помню, вчера селедка такая у меня была или нет. Но хорошо, конечно, борется. Если крупный вес, то это вилы магаданские будут. Кого я еще тут поймал сегодня? Тунец. Опа-на, вот такой вот тунец голубой, ё-моё, заскочил мне, ребят. Так. На люкер 100.07. И. Короче, голубенькие эти сейчас покажу, чтоб так. Ну, короче, в принципе-то стандарт, наверное, ё-моё. Пилкерная. Так, семерочка была. Крючочек дополнительный был. Вот это голубенькая. И полоска голубенькая. И филешка здоровая. Вот на вот это вот тунчик зашел. Но походу рандомный, наверное. Да. Так что так, ребят. Будем попробовать дальше жиговать с филешечкой. Потому что какие акулки заходят. 140 грамм здоровую. И вот так вот. Все, друзья. Думал, может, что поинтереснее будет там, ну, видите. Такого особо. Трофей не выскочил. Не повезло Петровичу, как и всегда, в общем. Всем удачка. До скорых встреч. И трофейчиков побольше, побольше.